Сейчас такая тема химбиоэмболизация. Сегодня первый раз такое услышала. Посмотрите, у меня рак сигмовидной кишки, четвертая стадия с отдаленными метастазами в печени. Так вот, что хочу сказать. Кроме химии, как бы она у меня печень не операбельна на сегодняшний день, опухоли нету, но печень сильно поражена множественными метастазами. Так вот, кроме химии мне ничего не предлагают, но все равно сама мониторю. И вот эту химбиоэмболизацию мне сегодня посоветовали в группе. Вот, так вот, хочу спросить у своего онколога вообще, возможно ли эта процедура, где ее делать, сколько это стоит вообще. Вот. Ну и на так, и насчет проконсультироваться с ним насчет пересадки. Знаете, что вам хочу сказать? Пока я вот это в этом всем варюсь, с одной стороны, может, не надо, как бы ты проходишь химию, они стоят на месте, радуйся, детка, лечись дальше, да. А со второй стороны, я за то, что те, кто борется, чтобы не сидели ровно на попе, знаете, а пытались сами ковыряться, что-то находить, спрашивать, консультироваться. Не с одним доктором, а с несколькими докторами. То есть нужно узнавать все. И, конечно же, со своим лечащим врачом обсуждать это, а не ждать, пока вам что-то сами предложат.